каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Во время подготовки и проведения выборов власти обязаны обеспечить охрану общественного порядка и безопасность людей. Глава Тувы согласовал порядок действия с руководителями силовых структур в рамках очередного совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в республике. Участники заседания отметили, что выборы депутатов Верховного Хурала 8 сентября должны пройти открыто и легитимно, чтобы каждый избиратель свободно реализовал свое право выбора, а работники избирательных комиссий располагались в безопасных участках, имели все необходимые условия для хранения документов и бесперебойной работы системы ГАЗ-выборы. Шалбан Караул обсудил антитеррористическую защищенность объектов, а также резервное электроснабжение участков для голосования. Договорились, что органы правопорядка мобилизуют личный состав на обеспечение общественной безопасности во время предвыборных мероприятий, охрану избирательных участков, сопровождение документов и оборудования, а также другие вопросы. Планово рассмотрели вопрос подготовки мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября. Министр юстиции лично изучит приговор в отношении сестер Данданян, который был озвучен 7 августа Верховным судом Тувы. Глава республики отметил, что не стоит вовлекать в судебное разбирательство девочку, оставшуюся без родителей и сестер. Далее цитата. «Я бы еще попросил наши соцслужбы морально поддержать родных, но особенно бы хотел защитить ту девочку, которая потеряла родителей и младших сестер. Я очень старался ее оградить от страданий и переживаний. Она умница, поступила в Кызыльское президентское кадетское училище и продолжает там учебу, чему я искренне рад и счастлив, что хотя бы так сумел помочь уйти от удручающего состояния». Конец цитаты. Напомним, сестер Данданян приговорили к 14 и 6 годам в колонии общего режима. Суд доказал, что убийство совершено группой лиц по предварительному сговору. Старшая из сестер, Рузана Данданян, приговорена к 6 годам заключения в исправительной колонии общего режима. После выхода из мест лишения свободы она будет ограничена в свободе в течение 1 года, то есть не будет иметь права покидать место жительства – город Ак-Довурак. Милана Данданян за убийство, в том числе малолетних, совершенное группой лиц с особой жестокостью, приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества Данданян приговорена к 2 годам. В сумме осужденная должна отбыть 14 лет в колонии общего режима с ограничением свободы в течение 1 года после отбывания наказания. Также Милана Данданян приговорена к принудительному лечению у психиатра по месту отбывания наказания. Специалисты мэрии Кызыла совместно с директором компании «Сервис» выявили нарушителей, которые складировали отходы в неположенном месте. Гора мусора возвысилась в самом центре города, за зданием Дома печати. Невооруженным взглядом видно, что мусор коммерческий. Большие картонные коробки, оберточная бумага, строительные отходы. Вот таким образом обычно избавляются от мусора торговые точки, которые не заключили договор на вывоз отходов, а также находящиеся в шаговой доступности от данного места. Были обнаружены обувные коробки и чеки магазина «Персона», раздаточная посуда кафе «Удон», расположенного в Алексеевском, строительный мусор магазина «Строймаркет». Нарушителям были вручены уведомления о вызове на административную комиссию в мэрию Кызыла, а также разъяснено о необходимости заключения договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тувы. Необходимо отметить, что в данном случае допущено административное правонарушение, которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3000 рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 до 50 тысяч рублей. Один из крупнейших в Турции банков, Зират Банк, начал принимать карты МИР в своих устройствах.
Банк обслуживает почти 500 тысяч торгово-сервисных предприятий, имеет 7200 банкоматов. Теперь держатели национальных платежных карт при посещении Турции могут пользоваться своим привычным платежным инструментом так же комфортно, как в России, сообщает национальная система платежных карт. Сотрудничество между Зиратбанком и платежной системой МИР будет способствовать развитию межстрановых финансовых сервисов, а россияне смогут по достоинству оценить более выгодный обменный курс и удобство прямой оплаты картами МИР в сотнях тысяч магазинов, ресторанов и других торгово-сервисных предприятий в Турции. В апреле карты МИР начал принимать турецкий Ишбанк, обслуживающий более чем 400 тысяч торгово-сервисных предприятий и имеющий свыше 6,5 тысяч банкоматов. Среди иностранных туристов, прибывающих в Турцию, граждане России занимают первое место. За 2017-2018 годы они совершили почти 11 миллионов туристических поездок в Турцию. За июнь Турцию посетили свыше миллиона туристов из России, что стало рекордом за последние 19 лет. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В полицию города Кызыла с заявлением обратилась 30-летняя гражданка. По словам заявительницы, ранее неизвестный на ее имя незаконно оформил кредит на сумму около 90 тысяч рублей в одном из коммерческих банков. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления мошенничества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного преступления причастна 29-летняя кызылчанка, которая работает кредитным специалистом в банке. Полицейские установили, что потерпевшая ранее обращалась к подозреваемой для оформления потребительского кредита. Позже заявительнице стали поступать уведомления от банка об образовавшемся долге по кредиту.
которые она не оформляла. Выяснилось, что подозреваемая, воспользовавшись доступом к персональным данным клиентки, незаконно оформила на ее имя кредитный договор. В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания. Отметим, что фигурантка причастна к еще одному аналогичному преступлению, совершенному таким же способом. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сегодня, в преддверии празднования Дня строителя, на территории левобережных дач состоялась торжественная закладка первого камня под строительство новой общеобразовательной школы на 825 мест. Школа будет располагаться рядом с детским садом, сданным в 2017 году. Подрядчиком работ выступила компания «Бенконс». Сумма контракта составляет 715 миллионов рублей. На территории дач проживают более 1800 школьников, которые в настоящее время обучаются в разных школах города Кызыла. Строительство, согласно проекту, должно завершиться через 18 месяцев. Но глава республики настроил строителей на его завершение к осени 2020 года. Также глава подчеркнул, что к левобережным дачам города следует относиться как к городской территории и развивать инфраструктуру, в том числе поддерживать порядок и не позволять создавать беспорядочности при строительстве домов. Его поддержала депутат Хурала, представители города Кызыла, председатель комитета по градостроительству Дина Оюн. Она рассказала СМИ о проведенном строительстве дороги по пути следования маршрута номер 13, открытии амбулатории с детскими педиатрическими участками и планах по открытию дополнительного медицинского пункта и опорного пункта полиции. Важнейшей вехой в развитии левобережных дач, по мнению Дина Оюн, станет именно школа, которая позволит получать детям образование в шаговой доступности. С инспекцией состояния гериатрической службы Тувы приехал руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов России по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю гериатрия, кандидат медицинских наук Александр Розанов. Отметим, что гериатрическая медицинская помощь специализированная, долговременная, медико-социальная и психологическая помощь пациентам пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими, инвалидизирующими заболеваниями с частичной или полной утратой способности к самообслуживанию с целью продления активного долголетия и повышения качества жизни в пожилом и старческом возрасте. Напомним, в Туве в рамках национального проекта здравоохранения планируется развитие гериатрической службы, создаются 15 стационарных коек для пожилых людей. В поликлиниках открываются гериатрические кабинеты, уделяется более пристальное внимание вопросам проведения диспансеризации людей старшего поколения, предусмотрено приобретение специального транспорта для подвоза жителей села в кожунные центры для проведения медицинского обследования и другие меры. Александр Розанов подчеркнул, что в связи с ростом продолжительности жизни в Туве и в целом по России, гериатрическая служба ставит задачу обеспечения условий не просто для увеличения продолжительности жизни. Люди должны дольше оставаться активными, здоровыми, имели возможность принимать участие в общественной жизни. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы от 12 до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29 градусов. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.